Шотландский собор. Странное местечко для сокровищ. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рэй? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Ха. Представь, на что он готов теперь. Ха-ха. Стараюсь не думать. Сэм, слушай. Он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Про него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его не чувствовал. Так что, он остался... Кто? Собор? Да. Ну, в общем, да. Но это было давно. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О, да. Вот это расположение. Вещички наемников. Ну, хоть самих наемников нет. Может, нам повезло? Вот. Ну, пошли. Так, теперь что? А, так вот чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Ну, еще по мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Земля. Ладно, я начинаю привыкать. Давай найдем могилу. Нейт, посмотри, здесь есть пара сабель. Похоже, Рейф тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Ну а вдруг ему повезло? Надеюсь, что нет. Ты посмотри. Что тут у нас? Это склеп. То склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Это монах писал.
Иисус. Слева Дисмос. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником. Грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Ха, наверное, верно. Все, Нэй, получилось. Похоже на созвездие. Да, это весы. Весы правосудия. Интересный выбор для шайки пиратов. Тут? Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Наверное, дома. С горячим какао. Тебе что, 5 лет? Ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Посмотри-ка вниз. Похоже на пиратские корабли. Это хорошо. Очень хорошо. Ах ты ж! Да. Только аккуратно. Спасибо. Ой, так. Все хорошо. Хорошо.